2 апреля временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хаценко познакомился с инфраструктурой спортивного комплекса «Красная звезда», а затем пришел поддержать Иртыш в матче с Новосибирском. Футболисты Иртыша отлично начали встречу. За счет скорости и прессинга захватили инициативу и забили 2 красивых гола. На 12-й минуте Дмитрий Югалдин открыл счет в матче, а под занавес тайма Сергей Подоксенов развил успех омской команды. Такая задумка была. Первые минуты самое главное было начать очень активно, очень в отбор, в прессинг. Вот. И я считаю, у нас это получилось тоже. Прекрасно с этим справились и дальше уже начали навязывать свою игру. Во втором тайме игра выровнялась. В соперничестве на встречных курсах а мячи по-прежнему превосходили гостей в атаке, и Андрей Разборов дважды поразил ворота новосибирской команды. Иртыш выиграл со счетом 4-0. Сразу после матча Виталий Хаценко пришел в раздевалку команды и поздравил футболистов и тренеров с победой. Народ, конечно, просто рты пооткрывал. Все довольны. Руку пожму каждому. Ну что, поздравляю. Заинтересованность у руководителей Омской области есть в команде. Это радует. И также вот сегодня пришел Виталий Павлович. Также поздравил ребят. Мы сфотографировались вместе. Вот. И я думаю, дай бог, если у нас будут такие же доверительные отношения и такое же внимание к команде. Но я думаю, от этого выиграет омский футбол, болельщики, регион. 13 апреля Иртыш сыграет в гостях с клубом «Амкар Пермь».